Всем привет! Сегодня мы расскажем про еще один скутер электрический. Это ЕД ДТ-3. Здесь у нас двигатель идет 1200 Вт, емкость аккумулятора 24 ампера, пробег на одном заряде 50 км. Что отличает эту модель от других, то есть здесь у нас аккумулятор идет съемный. То есть если вы где-то оставляете скутер, или, допустим, чтобы не поднимать его наверх, если в квартире живете, то вы можете отдельно занести аккумулятор и зарядить его дома. То есть он у нас съемный идет под сиденьем, он у нас, тут багажника нет, здесь у нас аккумулятор расположен, вы его сняли и занесли домой. Колеса у нас идут также 3 на 10, передний у нас тормоз гидравлический дисковый, задний тросиковый барабанный тормоз. Сзади у нас идут колеса 3 на 10, барабанный тормоз, плюс также два амортизатора справа и слева на задней части. Подножки у нас есть для пассажира отдельные, то есть они не на одной площадке ставятся ноги, а отдельные подножки. Плюс вот такие вот крышки, чтобы опять же было похоже на бензиновый скутер. По левой стороне у нас поворотники включаются, сигнал звуковой, дальним светом можно поморгать. Слева задний тормоз, справа передний тормоз гидравлический и свет ближний-дальний. Габарит, свет и парковка. То есть также у нас тут режим чисто либо газ, либо парковка. На приборной панели также у нас показывается уровень зарядки, скорость и пробег. Заряжать вы аккумулятор можете вот в этом отсеке. Также здесь вы можете заряжать свой телефон. USB разъем здесь. Посадка у нас также скутерная, то есть ноги у нас закрыты. Передняя часть с передней облицовкой. Для заднего пассажира тоже, в принципе, место есть. Немного, конечно, но оно есть. Кстати, руль тут также высокий, что коленки не упираются. То есть тут площадка очень низко расположена, поэтому достаточно удобно на нем сидеть. Подножки для пассажира есть, ручки тоже есть и есть спинка для пассажира. Опять же, отличный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться обслуживанием. То есть это электрический, никаких расходников у вас практически нету. То есть чисто зарядили скутер. Зарядили аккумуляторы, и на 50 км его хватает. Скорость тут небольшая, около 50 км в час максимальная скорость. Ну и простое управление, то есть тут как, в принципе, как на вариаторе. Газ и два тормоза.